Так, пошли. Что это где-то порядка 16 уровней? О боже. Меня вот эта штука больше всего пугает. Пока, давай, давай. Труп. Нет? Что у нас здесь? Бля! Нихуя. Нихуя дела какие. Медалёт. А что там было? Бля, там ванап был? Ничего, ванап. Ау, ау. Я боюсь. Воу! Ты как так запрыгнул-то здесь? Фак! Ну, нормас. Воу! Цвету убийцы, блядь. Чё это? Что там такое? Парашют? Внезапно. То есть, подожди, а как теперь? Только один поворот берется, что ли? Что-то было. Ладно. Ничего. Будем надеяться, что нет никаких каких-то там коллектаблсов, которые мы тут это могли пропустить. Марина, живи, Марина, живи, Марина, живи, Марина больше не хочет жить. Марина, все. Спасибо, Джоди, за один блиц. Привет. Марина, живи, Марина, живи, Марина, живи, Марина больше не хочет жить, Марина все. Привет, Джеди. Рыцарские доспехи с ушками. Ты посмотри, какая лепота, блядь. Нет, 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 нет. Нет, нет, нет. Окей. А чё, такого уровня разве не было? Что-то они начинают повторяться, по-моему. Окей. Фул хп. Да, алло. Так, хипе. Взяли хипе. Да ну, не надо. Не надо. Я стараюсь. Нет. Здесь. Ты такой охуенный. Господи, что это за чудо-картинка?
Ух, ёпта, вот это прыжок был. Нет, я не пойду по любви. Ты жизни мне вроде не нужны. Просто эта херня не очень хорошо работает. То есть, если ты ее берешь, ты проходишь бонусный уровень, но ты начинаешь уровень заново. И мне это вообще прям не радует. Ой! Я вернусь. Что? I'll be back. What? Я повернусь. Что? Well done, oh, yeah. Джей поддерживает. Любит тебя. Дон псих. Дон псих, он заходит, три команды херачат. Потом 4 бийца, блядь, и сидит ржет. Чё? Да, любит он тебя. Да, по-любому. Так, это какой уровень? Это покатушки какие-то или чё это? Или это просто за... Ой, блядь, этот уровень. Держит она. Нет, смотри, здесь с автоскроллера нету. Вот это магия. Ебать. Ин. One up! Там был, но я его не взял. Потому что это слишком опасно. Есть, кури! Тихо! Ты что делаешь-то? Алло, успокойся, игра. Боже мой, да всем насрать! Зато он это делает искренне. В отличие от тебя. Не. Санёк не искренне плетёт этот шёлк свой. Больше страсти, Санёк, вкладывай. Жив, цел, Снежок. Привет. Знаешь, что я хорош? Я могу написать алфавит. А это Альфред. Б, это Бэтмен. Что? Неплохо. Но теперь ты обречен. Приготовься к смерти от волейбола. Используя кнопку атаки, чтобы вернуть назад шар. Промажешь по шару, он взорвется. Окей. В смысле? Меня под сеткой стоит? Да я... Что? Да в смысле? Надо прям к этому вплотную, что ли? Чего, блядь, игра? Завязывай. Да чего, блядь, тебе не так-то, алло? Пиздец какой-то. Ну вот это вообще, блядь... Грусть. Да ну почему ты вверх-то бьешь, блять? В смысле вниз? Игра говно, уровень говно, декорации говно. Пиздец, говно, что, блять? А это будет сложно.
Да ну иди ты нахуй! Мяч не взрывается об ударе, об, при ударе об сетку, блядь. Сделай это! Давай, сделай это, сделай! А? Как тебе такое? Молодец. Игра, ты меня бесить начинаешь. Пиздец. Ты, блядь, меткий, ой, я ебу. Почему он так, блядь, может, я так не могу? Какого хуя? Что, блядь, с этой игрой не так сейчас? Пиздец, ты чё, меня троллишь, блядь? Да ну это бред. Это полный бред, блядь. Абсолют, бля. Бля, не надо было ловить. Окей. Да почему всегда он подает? У нас тут волейбол или, блядь, что это? Хорошо, ладно. Не надо спешить просто. Спокойно. Я не пытался обидарить. Это не то чтобы сложный босс, он криво сделан очень, прям пипец как криво. Тут прям настолько надо в тайминг попадать, прям жесть. Ладно. Хуба! Но мне обидно было за те две жизни. Или три. Хуба. Так, Джубили Таун. Там, блядь, X-менов, надеюсь, не будет. Где Архимон? Где Данич? Где мои друганы? Архимон, Люкерит, либо спит. Данич ушел на работу. Так, сохранится. Так, ну поехали. Поехали. Господи, как это прекрасно! Вау! 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 Босс мой. Спасибо за хвост. Спасибо. Здравствуй. Так, я не понял, мне куда? Мне вправо? Бля. Дьявольское облако. О, нет.
Ты, блядь, серьезно? Но это была низкая игра. Это было очень низко с твоей стороны. В чем проблема? Не понял. One up! Успеть? Блять, там какая-то стена невидимая, что происходит-то? Ладно. Эх, сейчас бы... Сейчас бы... Сейчас бы жизней. Чего, блять? Да пошел ты. Окей. Пока что держимся на уровне 80 жизней. 8-10. Не 80, а 8-10. Rainbow Down. Поехали дальше. Блять, зря не сохранился. Бляха, какой здесь. Ой-ой-ой. Спокойно. Господи, слишком много всего. Рыбы какие-то на заднем плане. Медузы, что, блять? О. Игра, ты что, упоролась? Я тебе как этот прыжок должен сделать? Это просто в пропасть. Что это такое? Ладно, окей, давай. Хуба! Это серьезное дерьмо сейчас было. Просто. Я не хочу. Отстань. Я лучше пешком пойду. Меньше проблем. Эй, пацаны, чё хорош. Остановись. Афганы? Какие афганы? Бля, пацаны, хорош, 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 пацаны. Все, 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 успокойтесь, остановитесь. Ну это похоже на платформу было. Ты сучок мелкий. Сучок! Ты же не обратил внимания, что кругом лего были. Лего-блоки. Так, Sugar Rush Hour. Мы что, в этого попали сейчас? Так, по-моему, в Ральфе называлась игра. Где на машинках кататься, не? Хаус? Что такое хаус? Так, оно не скроллится. Потрясающе.
Главное делать вот такие вот штучки. Есть, блять, курить. Ты чё, блять, серьезно? А нам точно коньки здесь нужны? Да пока что я вижу, что коньки-то здесь не особо нужны. Платформа вверх поднимается. Платформа плачет вниз. Платформа, Санёк. Никто не любит. Пиздец ты. Пиздец ты, дурак. Вот ебанутый, нет? Там лицо котейки на заднем плане. Нихуя. Лицо котейки. Вау. Да любим мы тебя. Ну спокойно, ну что ты. Блять, ты серьезно? Это не белка, это скунс. Бля, а чё не сохранился-то? Короче, как выяснилось, эта штука работает вот так. Окей. И надо быстро это делать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ой, блядь, зря. Ладно. Вы кто? Молодой человек, вы кто? Молодой человек, вы кто? Я не видел вас уже очень давно. Я вас не знаю. Сабхайп. Здорово. Ну как тебе, паразитка, первая Чаунтдаун Вампирес? Что? Как тебе паразитка первая? Вторая лучше. Countdown Vampires. Ай-яй. Ты что, ты меня отвлекаешь? Спасибо, мистер Некрайт, за подписку. За 26 месяцев подряд. Твою мать, какие цифры-то большие. Пошлите мне. Если у вас есть Данчичка, бросьте ее в чат. И котеечку. Мяф. Мяф. Спасибо. Здорово. С возвращением. В первую боевка была прикольная. А игра в целом, ну, что-то как-то много слишком воды там всякой. И диалогов вот этих вот, я не знаю. Ах, вампиры. А чё вампиры? Я уже забыл про них. Чё там? Чё там был-то? Там что-то было? Я забыл. Там патроны кончались. И ХП кончалось. А чё боссы? Игра говно, уровень два говно, босса последних одинаковых. Враги говно и разводчик говно. Да норм вроде, но... Может и не норм. Типичная PS1 игра. Такого жанра. Это там, где полтора часа без сохранений. А, вот это вот, это, блядь, отдельный разговор. Это прям отдельный прикол. Да ты чё, блядь? Это чё было сейчас? Давай так. Да как это пройти-то, вы, блядь, серьезно, что ли? Это невозможно пройти, алло. Что?
Паразит Ив, да, там последний босс. Не очень себя повел. Так, что-то, короче, сложные уровни пошли. Блять, а ты прыгать-то будешь сегодня, нет? Да, мы все прошли. Ну, я еще парочку взял. Да, блядь, ты серьезно? Как это сделать? Это нереально, блядь. Ты чё? Это нереально. Алло. Единственный момент в игре, который, блядь, ну нереален. Это надо нахуй... Да тут, блядь, проблема в том, что он, блядь, в этом состоянии, блядь, начинает двигаться просто. Что, блядь? Проще, блядь, сдохнуть и заново начать. Страйдер сегодня только прошли. Ну вот, видишь, что он делает, блядь? Он просто встает и едет, блядь. Хотя ничто не предвещало беды. Коньки, сука, говно в этой игре. Вот самое говно. Ну давай уже, блядь, алло. Chill out. Chill out. То есть сохранение вот так вот даже, да? Не порт еще, ладно, там по уровню не под него, в принципе, сделано. Там просто, ну, можешь ты в любой момент их снять, просто погодить. Но вот здесь это просто беда. Ня, 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 ня. Ладно, сдюжим. Даже другой уровень? Это другой уровень? А что, так можно было? Да! Годится! Годится! Сколько у меня жизни? 4? Блять, ну вот это сейчас что было? Эх. Ладно, на вас. Сквозь платформу провалился. Через damage boost, блять. И вот и стоило оно терять вот эти вот все там 9 жизней, сколько было. Только ради вот того, что просто повернуть в другом месте, в другую сторону и все. И не потратить ни хера. Здорово. Здорово. Ладно. Зачем я сохраняюсь? Уровень яичный, и, блин, геймовер ничего не решает. Просто выкидывает тебя на карту с уровня и все. Ты что умеешь делать? Командир Чу, я ждал тебя, панки. Я вызываю тебя на гонку на лодках. Что, блядь? А мне лодку-то дадут? Сука. Что, блядь? У него моторная лодка, у меня, блядь, педали крути. Пошел ты нахер. Используй эту лодку. Она сделана только для тебя. Катамаран ссаный, да. Кнопка педали крути. Избегай мины, прыгай. А какую кнопку крутить-то, педали? Алло. Охуительно. Охуительно. Надо как, тормозить надо или что? Что? Что нужно делать-то, блять? Алло. Насколько заранее нужно прыгать? Да, блять, игра. Ну это не смешно, нихуя.
Ну это не смешно нихуя. Пиздос. Очередная игра на тайминг. А почему у него мин нету? Это разве справедливо? Ну конечно. Как только я начал, блять, побеждать, так обязательно, сука, иди в жопу. Это нечестно. Да ну конечно. Ты что, заранее давай прыгай, ага. Блин. Фир, игра охуенная. Когда? Что когда? Cold Fear? Что ты взял, что он будет? Это просто фотография дискуссии. Ты заметил, куда ты зашел? Это альбом называется Чулан Чика. Там просто все мои ништяки. Все. А с чего ты взял, что его не будет? С того, что как бы это мой стрим. Как тебе такое, Илон Маск, Санек? Так, еще раз. Это интересный уровень. Интересен он тем, что я его сейчас разъебу. Ну, чувака, который нас с нас манию типа проходит. Это руинер, что ли? Прошел первую трассу на последнем месте, засчитал пройденной игрой. Нормас. Хорошо. Зарубежный, ну у него ник так и пишется. The Russian Ruiner. Зарубежный. Пошел нахер. Руинер машинит, но в рамках закона. Да. Есть такой канал на Ютубе. Они специализируются на том, что проходят первый уровень игры и все. Это топ-контент. Короче, там каждая игра на NES первый уровень. Просто. Топ-контент. Я могу титульный экран проходить. Я нажимаю Select, все засчитываем, что игра пройдена. Дядя Зай, я давно к ним не заходил. Я не знаю, чем они там сейчас занимаются. Я не думаю, что много времени займет пройти каждый уровень каждой игры на NES. Ну, пару недель, может быть, это займет. Это же не проходить всю игру, блядь. Да я знаю. Не, это гениально.
каждый первый уровень. Бы, блядь, так. Игры просто проходить. Че, по ним нужно по два раза стрелять? Как там мелодия? Я забыл, какая мелодия была в этой игре долбанной. По-моему, этот уровень из синяков мы спиздили. Та-дам! На большой двадцатке спидраны были первого уровня. Сколько он длился? 17 минут? Что-то в этом районе. Трам! Трам! А, это песня про розовый танк, я забыл совсем. У меня есть розовый танк, у меня есть розовый танчик, и он стреляет, вот так вот стреляет, вот так. Так, ладно, мы отвлеклись. У меня есть розовый танк. Там розовый танк, реально. Да, мне особенно нравится этот код АББ. Там, короче, контов в игре нету. И чтобы, то есть, конт был у тебя, тебе нужно нажать после смерти АББА. И тогда ты возродишься. Но если ты дошел до конца экрана, то есть код не работает. Как программировали эту игру, я в душе не ебу. Короче, как-то так. Я не знаю. О, боже. Завтлочил игру. Ужас. Найсу. Не. Dragon Spirit на SNES. Рандомный кусок говна. Там тупо на последнем уровне. Тебе нужны определенные пауэрапы, чтобы его пройти. А они нихуя не падают. Потому что рандом. Какая классная игра. Я сам первый слышал. Это который мост? Это который мост? Я в Dragon Slayer проходил до того момента, когда там наступает ночь. Потому что гаснет свет, потому что где-то надо найти факел. Чтобы найти факел, нужно где-то в определенном месте прыгнуть, и тогда он у тебя будет. Все. Блять, в смысле, что, у меня жизни кончились? Ох, лол. И чё, ГБА-версия тоже пиздец полный? Я просто не играл. Еще как бы есть снесовская. Но это чувствует тот еще идиотизм.
что ли? Это дамажит? Да, это дамажит. Ну, это что было сейчас? Все. Ремейк какой? В смысле, оригинальный, аркадный типа? Ты видел ту, которую 3D? Return to Dragon Lair. Dragon's Lair. Зацени. Охуенная игра. Просто чудо-платформинг. Просто чудо-игра. Внезапно. Внезапно. Рабочая, хорошая, графенистая. И Dragon Slayer, что? Просто форест. Понял. Да, ты загуглил, что ли? Или это с моих слов? Я просто проходил ее в начале года. Вроде бы. И она прям шикарная. Там божественный платформинг. Просто божественный. Ты прям порой орешь с него. Ну в том плане, что это... Там так, знаешь, на тютельку там попадаешь на платформу, а она начинает ехать. Так... Паника, блядь. Я не помню, что там конты бесконечные были, или там сохранение, что там было. Там что-то какая-то прокачка была. Там что-то слишком много всего было. Вроде хп что-то увеличивалось. Если что-то собираешь. Короче, прикольная игра, но ее хер найдешь. Ну, по крайней мере, я играл ее на Xbox, и я хер нашел. Но она есть как бы, ну... На ПК вроде бы, но я не пробовал. Бля, может мне снять эту хуйню? Че, передумали? Что? А как же Нео-заменитель? Да кто меня бьет-то? Ты что ли? Так, хп. Так. На дерево. Бонь, бонь. Как тебе Гранд Мэйдж земля-то носит? Матрицу он не смотрел. Да как это? Нихуя себе, вы чё? Да ну вы чё? Что это за уровень? Чё это за жуть? Мне точно туда надо? А другого варианта-то нету.
Ебать. Так, подожди. Я не хочу здесь, я хочу вот так вот. Да ну ты серьезно, что ли? Давай, немецкий скунс, я-я. Я-я, натюрлих. Кто на меня снизу бьет? Отстаньте. Предселект. А я допрыгну? Башма. Эй, еще не сработало. А где Боссман и новости Sony? Ты что, Боссмана не знаешь? Через неделю? Ты же Боссман. Какие новости от Sony? Что? Что они опять сделали? Уровень, ты кончишься, нет? Уровень, ты зае... Слышь? Уровень. Блять, теперь еще и ролики, ну господи. Да ты откуда взялся? Просто не делайте яму и какой-нибудь прыжок в конце. Блять, вы что, серьезно? Ваш юмор, это пиздец. Создатели. Я пешком пойду. Это не существующее. Или я передумал? Не, поехали. Так безопаснее было. Но в конце надо... Явно... перевоплотиться. Ух, нет, нормально. Ух! Опоздалый, конечно. Да, так и есть. Так он и делает. Опоздало. Присылает всякую ерунду. Например, слив того, что будет в PlayStation Plus. 4-месячной давности. Просто дублируется. Хитрец. Хитрец. Stay cool. Чего? В смысле никаких мышей? Да, согласен с тобой полностью. Оу, ноу. Как-то ты запоздала. Знак, что Дисней вход запрещен. Возможно. Как они добились того, что весь город танцует один и тот же танец? Это чудо просто какое-то. С
что 100 метров? Посреди города на втором этаже, блядь, ограничитель скорости? Да вы чё, блядь, ебанутые, что ли? Что? Хоп! Назад. Босяцкий. Пора Босяцкого. Быстрое рисование. То есть командир, глав злодея будет заставлять меня рисовать или что? Ты слишком силен, но сорян, сегодня я смогу победить. Я вызываю тебя на битву машин, Моджо Хола. Когда ты увидишь картинку себя, нажимай атаку. Когда ты увидишь картинку Чу, нажимай прыжок, чтобы щит поставить. Окей, атака щит, атака щит. Атака щит. How are you doing? Fine. How are you? Корея. Ау. Сейчас слишком часто мне дают стрелять. Да, угу. Конечно. Да-да-да. Угу. Угу. Да ну, етить твою мать! Провод. Я тебя сейчас, блядь, провну. Чё ты доёбываешься до людей, Гранд Мэйдж? Провод, блядь. Да какого хера-то? Бля, это будет посол сейчас. Да ну почему он стрелять-то стал быстрее, блядь, в три раза? Алло, блядь. Чё это за бред? Я реально, блядь, нажимаю. Нормально же все. Чё не так тебе? You don't need to prove anything to him. He is an asshole. Чё не так-то с этой игрой, алё? Я заслужил, я знаю. И вот сейчас работает, а потом он, короче, начинает стрелять в разы быстрее. Это как вообще? Нормально? Здорово. 10 из 10. Среагировать не успеваю. I'm from France. Je m'appelle André. Je ne m'en ai pas si jour.
Да бонжур. Ой. Нон! Сакребле. Порху это уже... Почему? Что я? Что это за слово? Я не знаю это слово. Что оно означает? Play. Что ты играешь? Панки Сканк. Why? Why? Because why? Нужно стрелять начинать быстрее тупо. Как? Он не дает просто мне вообще ничего сделать. Алло. Сколько раз? Это нормально? То, что только он стреляет. Давай мы не будем ждать, я просто сам начну стрелять и все. Пёс. Даже после того, что я знал, что он выстрелит, я все равно не успел. I don't like when you say it on French. I don't know in French. My sister used to learn French. I just know a couple words. My French is like my Scottish. Что? Sure. Битвы с боссом это такое, знаешь, как этот, такого. Как Sparkstar. Что тут напоминает? Чего пишет? И он бухает там и пишет всякое. И вот теперь начинается жесть, да? Да, теперь начинается жесть. Теперь я просто тупо не успеваю кнопки нажимать. Да, я не успеваю просто. И сколько раз ты будешь стрелять? Пиздец. Что, блять? Сейчас-то я выстрелю, надеюсь. Два раза. Помнится. Или три. Не помню. Это невозможно. Это просто невозможно.
Нужно просто знать заранее, что дальше будет. Ну, конечно, ага. Да-да-да. Да, я просто буду спамить квадрат. Авось выиграю. Да он там подкручивает каждый раз. Чтоб в свою сторону, чтоб побеждать больше. То мины мне подкидывает. То катамаран мне дает. Теперь робота Галимова дал. Чего? А. Ну. Сейчас еще, короче, 8 островов таких же скажет игра. Вот это будет топ. Так, я... Сейчас я вернусь. Пару минут.